В Ярославле усилен контроль за вывозом мусора с контейнерных площадок. Так, в Дзержинском районе областного центра проходят регулярные рейды, в ходе которых представители территориальной администрации мониторят обстановку во дворах и межквартальных проездах. ТБО вывозится у нас два раза в день. Вот, по Дзержинскому району основная масса – это у нас компания «Хартия». Вот, соответственно, КГО вывозится один раз тоже, то есть подрядная организация, с которой заключен контракт. Новый региональный оператор работает в Брагине с нового года. Устанавливает новые баки, в том числе для раздельного сбора отходов. Пока нареканий на его работу нет. С 1 сентября компания займется вывозом мусора во всем Ярославле.